Нельзя отождествлять язык высокой русской литературы и философии с языком подворотни, поскольку это два разных языка. Такое мнение высказал профессор Высшей школы экономики, ВШЭ, политолог Марк Урнов, комментируя пост доктора филологических наук Гасана Гусейнова о клоачности и убогости русского языка на Facebook. Урнов отметил, что большинство возмущенных откликов на заявление Гусейнова спровоцировано не сколько филиппиками в адрес языка, сколько фразой о порядком одичавшей стране, а оскорбленный человек к конструктивным действиям не склонен. Дело в том, что в современном мире страна, желающая быть великой, не может позволить себе говорить на языке пьяных грузчиков. Так что если мы хотим видеть Россию великой, то давайте разговаривать не на нем, а на другом языке, на великом языке Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Набокова, Замятина, Шмелева, Зощенко, Булгакова, Мандельштама, Солженицына. Добавил профессор. Накануне, 29 октября, профессор ВШЭ Гасан Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна. За сутки пост собрал более 300 комментариев, большая часть из которых – гневные. Позже филолог объяснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его используют, ругаются и говорят грязно. Он добавил, что считает русский язык прекрасным, но языку не повезло, потому что на нем говорят болваны.